На кольце трубном происходят такие дела. Загорелось здание, рядом с заправкой Лукойл. А пожарного расчета еще нету. Хотя пожарка находится в 300 метрах отсюда. Такие дела. Ну-ка. Пособие на 500 тысяч рублей. По данным следствия, в декабре прошлого года 33-летняя женщина взяла из сейфа деньги, которые предназначались для выплаты различных пособий. Факт хищения был обнаружен.